Заброс вперед. Далековато был Пеняев от мяча, но он первый на подборе. Близ штрафной площади Спартака. Смещается правее, входит в штрафной удар. В дальний 1-0. Блестящая работа, Сергей Пеняев. Дождался отскока от одного из полевых Спартака. Подобрал мяч неподалеку от штрафной площади красно-белых. Прорвался внутрь и пробил в дальний угол. Из-под защитника даже не было возможности толком среагировать на этот удар у Семена Фадеева. 1-0. Подача довольно высокая, с закруткой у ворота. Ничего себе, какой гол! Сергей Пеняев, сухой лист, 2-0. Боже мой! Я готов на месте застыть и ослепнуть, поскольку я, в общем-то, увидел чудо самое настоящее. Признаюсь честно, дорогие друзья, впервые вживую такое наблюдаю. Сергей Пеняев с угла. Ну и не будем как-то комментировать действия голкипера в данном случае, потому что поле мяч остается у Чертанова. Грибакин, диагональный заброс на левый фланг. Пеняев великолепный мяч принимает, смещается к центру, падает на газон и зарабатывает 11-метровый. Удар и прошивает по центру Илья Грибакин. 3-0. 3-0 в пользу Чертанова, команды, которая, напомню, играет в большинстве.